My goals are to explore the link between the Altai and Native American history in our oral stories. Вот, то есть цель моего исследования здесь была найти вот эту связь между историей между алтайской историей и историей индейцев Америки, конкретно его племени, именно в устном народном творчестве. And then also create a new link between our cultures by sharing each other's language with the share Cheyenne with you and share Altai with the Cheyenne. И второй целью также было создать новую связь между нашими культурами благодаря тому, что поделиться языком, то есть рассказать алтайским людям о языке Шаен и, соответственно, людям племени Шаен об алтайском языке. As it became apparent yesterday when me and Nastia were in the library, I need to learn to speak Altai or read Altai. Вчера мы ходили в библиотеку, как раз нам нужны были истории, мифы алтайского народа. Вот, и он выяснил, что для него очень большая необходимость выучить алтайский язык. And I would love to teach you Cheyenne. Вот, и, ну, ему также хотелось здесь бы, например, преподавать язык Шаен. And then through this we can protect each other's cultures by sharing each other's cultures. Так что мы бы могли вот как раз поделиться друг с другом знаниями о наших культурах, и благодаря этому лучше сохранять эти две культуры. And through the help of Nastia, Natalia Maneva, and many others in the Carrico Valley, we gathered a handful of oral stories that are very similar to Cheyenne origin stories. Ну вот благодаря Наталье Мамыевой и многим другим людям там в Каракольской долине, где мы жили, нам удалось собрать достаточное количество историй, которые очень похожи на мифы народа Шаен. And then we also begin the first steps to creating an Altai Cheyenne dictionary. Вот, ну и мы также сделали первые шаги в создании словаря с алтайского языка на язык Шаен, наоборот. Yeah, so what we're doing is I'll have three deliverables in the coming year. Number one will be the story comparison using computational analysis. То есть теперь у меня есть вот три определенные цели на будущее, скажем так. То есть прежде всего это сравнительный анализ вот этих собранных историй. And the second one will be a phrasebook that Natalia Mameva and Sherilai helped me record, create, and Nastia, of course. Затем следующей целью можно считать разговорник алтайско-шаенский, вот, который нам как раз Наталья Мамыева и Шурала помогли записать, сделать аудио для него. And the last one will be software, using the audio that we recorded with Natalia and Shurala. И третьим шагом хотелось бы создать специальную программу как раз по языку, вот с помощью тех аудиозаписей, которые мы записали. So I'll need some help with the production of these phrase books in Altai, in Russia, and some, you know, help with potential recordings for the software in the coming year and months. Возможно, в чем бы мне потребовалась помощь, так это вот как раз распространение этого словаря здесь уже, в его выпуске и публикации, а также, возможно, помощь в создании как раз программы вот с помощью этих имеющихся аудиозаписей, компьютерной программы. Thank you for the opportunity and inviting us here. Так что спасибо вам за предоставленную возможность побывать здесь. Questions? Вопросы? She asked if you found many similar words in Altai and Cheyenne. I guess we're too early to say. And that's why I think we need a dictionary. So I'm not a linguist, but I think it would be very interesting for academic research to see the linguistic link. Ну,
на данном этапе сейчас еще рано говорить об этом. Мы только начали создавать вот этот словарь, как раз вот он в этом нам мог бы помочь. Вот. Однако конкретно он не лингвист, и поэтому ему было бы интересно, чтобы вот именно специалисты занялись этим исследованием и могли бы сказать с чисто профессиональной точки зрения. This is the very first step. This is the baby step. Это самый начальный уровень еще. Yeah, самый маленький шажок сделан. I can give you the link, but I do have my Cheyenne software out there, and if the internet worked, you could hear things. But the internet died recently. But so, what it is just interactive software aimed at children. And this is like, if you click that, you would hear Ushkish, the word for dog. Вот, он вам показывает, скажем так, демонстрационную версию вот подобного словаря для языка Cheyenne. То есть он предназначен для детей и сделан вот, с иллюстрациями. То есть нужно всего лишь нажать одну кнопочку и, например, узнаете слово, как будет собака по, на языке Cheyenne. Ну вот сейчас интернет, к сожалению, поэтому нет полной возможности продемонстрировать. I'm very excited about creating. It's unique, totally new software to teach Altaian readers Cheyenne using software. I don't think that exists. Indigenous to indigenous, I think is totally unique. Вообще мне очень нравится вот эта идея создания именно словаря и вот именно обучения, например, алтайцев языку Cheyenne или и наоборот, потому что это вот непосредственно связь между коренными народами, чего раньше не встречалось. And as I create the software, I'd be willing to give you early beta access. Ну поэтому как только я создам вот эту компьютерную программу, я сразу же пришлю вам пробный вариант.